Пневматический пистолет под калибр 4,5 мм ЧЗ-П09 от фирмы ISG. В комплекте есть инструкции на русском и на английском языках, сам пистолет и магазин. Затвор выполнен из алюминиевого сплава, рамка пластиковая. В нижней части рамки есть рис-планка для установки дополнительных аксессуаров. Сюда можно поставить фонарик или ЛЦУ. Прицельные приспособления, мушка и целик без возможности регулировки. У данной модели во время стрельбы затвор двигается, есть имитация отдачи. Органы управления: спусковой крючок, курок, предохранитель, чтобы его сдвинуть, необходимо нажать на кнопку, и клавиша отмыкания магазина. Данная модель пистолета работает от одного 12-граммового CO2 баллончика, который устанавливается непосредственно в рукоятку. Чтобы установить баллон, необходимо открыть пятку рукоятки, ослабить поджимной винт, установить CO2 баллон и поджать баллон с помощью этого же винта. Во время поджатия происходит прокол баллона. Так как у этой модели ствол нарезной, для стрельбы нужно использовать 4,5-миллиметровые свинцовые пули. Они заряжаются непосредственно в магазин, в специальные барабаны. Обратите внимание, что барабаны находятся на обоих концах магазина. То есть вы можете примкнуть магазин, отстрелять один барабан, извлечь магазин, перевернуть его и отстрелять еще один барабан. Чтобы начать стрелять, необходимо не забыть установить CO2 баллон в пистолет, зарядить магазин пулями, примкнуть магазин, убедиться, что пистолет находится не на предохранителе, и можно стрелять. Как я уже сказал, во время стрельбы затвор двигается. Есть имитация отдачи, однако затвор на затворную задержку не встает. Данный пистолет предназначен для развлекательной стрельбы по мишеням. И я крайне не рекомендую стрелять из него в людей, потому что вы можете нанести травму. При этом для целей самообороны такой пистолет, разумеется, неэффективен.